ходе своего визита Александр Спасов встретился с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, а также с представителями Химического института имени Бутлерова. Ученый отметил превосходную инфраструктуру и высокий уровень кафедры медицинской химии. Казанский федеральный и Волгоградский государственный медуниверситет будут сотрудничать в таких направлениях, как хемоинформатика и геномные технологии. В планах также проведение совместной школы молодых ученых. Я хочу сказать, что ваши коллеги сделали потрясающие шаг вперед в плане создания инфраструктуры, подготовки кадров. Те фундаментальные исследования, которые проводятся у вас, позволят нам скооперироваться в плане создания новых отечественных инновационных лекарственных препаратов.